Цены на нефть в пятницу вечером обновили пятилетний минимум и продолжают снижаться. Международное энергетическое агентство понизило прогнозы по рынку. Оно ожидает в 2015 году сокращение спроса и увеличение глобальных поставок экспортерами, не входящими в ОПЕК. При этом министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов заявил, что организация не намерена снижать квоты на добычу даже при падении цен до 40 долларов за баррель. ОПЕК объяснила такое решение стремлением сохранить долю мирового рынка и нежеланием сокращать производство без других ключевых игроков – России и США. Москва также отказалась снижать добычу топлива из-за отсутствия для этого технологических возможностей, например, резервуаров для хранения сырья и высокой зависимости бюджета страны от нефтеэкспорта. С июня мировые цены упали на 40% из-за переизбытка рынка. Его причиной стал бум производства сланцевой нефти в Соединенных Штатах, которая также может пострадать из-за падающих котировок. Аналитики прогнозируют увольнение и консолидацию рынка. Компании, у которых есть большие долги, больше не смогут оплачивать их из своего потока наличных денег, или же должны будут продавать больше долгов для покрытия старых обязательств. Это приведет к тому, что их скупят люди с более глубокими карманами. По прогнозам норвежского консалтингового агентства Rystad Energy, в следующем году проекты по разведке и добыче нефти и газа стоимостью в 150 миллиардов долларов будут заморожены из-за нерентабельности.